Ой, ей еще повезло, этой выдре. Она попала в добрые руки. Дмитрий Владимирович и Юлия Григорьевна Терновские. Люди, всецело посвятившие себя изучению биологии и поведения диких зверей. Охотники-промысловики, биологи-натуралисты в самом высоком смысле этого слова. Граждане Новосибирского академгородка. Их редко застанешь дома. Чаще в тайге или здесь, на экспериментальной звероферме биологического института и института цитологии и генетики. Саша, надо лучше ухаживать за хорьками, у них там очень грязно. Хозяйственные заботы, хлопотный уход за зверьми, лабораторные исследования, наблюдения, и все это изо дня в день. Зато уж и знают Терновские о своих подопечных все. Все до мельчайших подробностей. Семейство конусообразных по латыни мустовида. Одно из самых многочисленных видами в отряде хищных млекопитающих. Самые ценные пушные звери из него. Соболь, например. Или вот выдра. Красивый зверь, но мало изучен. Если поймать взрослую выдру, так она останется дикой. Исключения очень-очень редки. Так вот о семействе. Смотрите, какие разные животные входят в него. Выдра – полуводное существо. Питается лягушками, рыбой, раками. А лесная куница, желтодушка, ведет полудревесный образ жизни. Случается, что на обед к этой хищнице попадается даже быстрая белка. И эта малышка тоже из мустелита. Ласка. Самый маленький из всех хищников на земле. Ее добыча мелкие грызуны, разносчики разных болезней. Клинковые кисти знаете? Ими очень дорожат художники. Вот он, Колонок. Колонок – таежный житель. Сведения о его биологии очень противоречивы. Мы вот тоже отловили себе колонков и решили получше их изучить. Получили некоторые интересные данные. Самочка колонка, оказывается, способна приносить 2 потомства в год. У нас был такой случай. Но вообще это редкость. Горностайчики. Это они в летних скромных нарядах. А посмотрели бы на них зимой, белоснежные, с черными кисточками хвостов, они просто великолепны. Недаром королевские мантии шили из горностаев. Очень дикие, злобные зверки. Приручаются плохо. Считалось, что в неволе не размножаются. А у нас самочки регулярно выводят детенышей. Бывало до 14 малышей в одном выводке. Хорек-альбинос. Называется фура или африканский хорек. В Европе его используют для охоты на диких кроликов и уничтожения крыс. Между прочим, это фура.
а не горностай, изображен на знаменитом полотне Леонардо да Винчи, хотя оно и называется «Портрет дамы с горностаем». А Фура у нас мало кто знает. Даже среди биологов. Мы вот тоже только 4 года назад раздобыли себе парочку. И этот южанин прекрасно акклиматизировался в Сибири. Теперь их у нас целые колонии. Светлые хорьки. Это типичные степные хищники. Такие игры – характерная черта поведения всех хорьков. Еще одна замечательная черта светлых хорьков. Мастерски умеет рыть норы. Ух, смотрите, как вошел в азарт, собственного детеныша выбросил. И все-таки предпочтение отдают жилищам готовым. Берут и поселяются в норах своих жертв. Вот он, это, например, нора хомяка. Еще один вид. Черный или лесной хорек. Мы с Юлией Григорьевной получили разные формы гибридов от черных, светлых хорьков и от фура. А это наш агатик. Он из американских норок. Ну, их-то знают теперь все. Ведь это именно американских норок разводят теперь на зверофермах. Кстати, их выпустили во многих районах нашей страны, и кое-где они довольно удачно акклиматизировались. Ну, к сожалению, потеснили вот этих норочек, европейских. Это норка, истинная обитательница наших рек. Сейчас она исчезает. И вообще, может очень скоро исчезнуть, как зоологический вид, если мы не примем экстренные меры. И это будет позор для всех нас. Одна из причин их исчезновения – это биологическая несовместимость с американской норкой. Мы проводили специальные исследования и убедились в этом. Малыш, малыш, малыш. На, на. Малыш, малыш, малыш. На, на, на. Ну и как не сказать еще о соболях, о гордости нашей сибирской фауны, нашем мягком золоте. Между прочим, знаете ли, соболя ужасные сладкоежки. Да, так вот, Юлия Григорьевна специально изучала поведение соболей. И оказалось, что среди них попадается самые разнообразные по поведению. Одни почти не боятся человека. Других голыми руками не возьмешь. И вот характер поведения соболя существенно отражается на его благодарности. А это солонгой. Я думаю, немногие из вас слышали об этом хищнике. Тем более, мало кто его и видел-то. А мы поймали троечку на Алтае, и они у нас очень хорошо прижились. Размножаются лучше, пожалуй, чем на воле. Так что мы даже сумели часть своих солонгойчиков подарить зоопаркам. А одну парочку послали в Чехословакию. Удивительные, славные зверушки. Дружелюбная и легко приручается. Добрыш, 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 иди, 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 иди-ка.
от весны до осени у Черновских что не вольер, то детский сад. О, великий инстинкт материнства! Скорее, как можно скорее укрыть от чужих глаз драгоценных своих малышей. Дабрюшка, нельзя, это же я. И это туда же. Хоть и самая ручная салангойка. И нет ей дела до того, что руки эти не принесут им вреда. Конечно, с появлением молодняка у Дмитрия Владимировича и Юлии Григорьевны хлопот прибавляется. Но зато какая блистательная возможность изучать поведение диких зверей с первого дня рождения. Смотрите, оставшись без матери, беспомощные малыши словно магнитом притягиваются друг к другу. Срабатывает инстинкт самосохранения. Вместе теплее. Эту особенность поведения впервые отметили Черновские и назвали ее рефлексом сцепления. Чего только они не знают о своих подопечных. Вот, например, горностайчики. У малышей ненадолго появляется гривка, а на мордашке такая вот маска. Пройдет время, все это исчезнет, откроются уши. Потом глаза, и сразу же изменится поведение. Ишь, как лихо. Это все тот же инстинкт самосохранения, только в новой, иной форме. Открытие в науке – редкие праздники. Будни – напряженная, кропотливая, порой скучная и утомительная работа. И вот так изо дня в день, из года в год, пока из разрозненных наблюдений не сложится полное, законченное представление о биологии зверя, о его поведении. А без этих знаний невозможны ни работы по восстановлению численности ценных зверей, ни охрана исчезающих видов, ни рациональное использование пушных богатств. Вот еще одна особенность поведения, которую открыли Черновские. Рефлекс следования. Ну, в чем состоит рефлекс следования? Вот смотрите в чем. Малыши определенного возраста у всех куницеобразных. Стоит им увидеть движущийся предмет, сразу же бегут за ним. Это проверено нами на сотнях зверьков. Вот видите, зачем угодно бегут, лишь бы что-то двигалось. Очень важный для выживания зверя рефлекс. Он не дает потеряться детенышу, отстать от матери и от выводка. Но если свой рефлекс слабоват, на путь истинный наставит брат или сестричка.
Кеша, Кеша, Кеша. Кеша, сюда, сюда. Кеша, Кеша. Для истинного ученого жизнь – постоянный поиск. Накрепко поселившаяся в нем потребность познания рождает постоянное беспокойство. Кеш, Кешунь, Кешунь, Кеша, Кеша. Вот, например, мало известно о биологии выдр. Можно ли получить от выдры потомство в неволе? Что надо делать, чтобы сохранить и приумножить численность этого зверя? По инициативе академика Дмитрия Константиновича Беляева Терновские взялись разрешить и эти проблемы. Право же, такой славный зверь стоит этого. Человек и природа. Добрый, мудрый и заботливый друг идет по лесу. Делами таких людей сохраняется и приумножается красота нашей земли.